Дербент попал в рейтинг городов, где можно недорого отдохнуть на майских. В списке относительно бюджетных мест также и Пятигорск, Краснодар, Екатеринбург и Смоленск. Эксперты сервиса бронирования отмечают, что в среднем аренда жилья на майские праздники стоит в России 4400 рублей за сутки. Россияне снимают квартиры и апартаменты в среднем на четверо суток и тратят на размещение около 17600 рублей. Это на 10% больше, чем во время прошлогодних праздников. В Дербенте же, отмечают аналитики, гости заплатят чуть больше 3000 рублей за сутки.